Ну, блин, 8. 7! Ерунда, вообще ничего нет. Я уже все проиграл. Раз, два, три. Хорош! Как можно это мыть шпаку? Я, да. Макс, хорош. Еще доним? Да, давай. Всем привет! С вами Леон Салли, Леон Оборотень и просто Леон. Ну, его вы узнаете всегда. Ребят, как вам эти костюмы? Мы их сейчас не рекламируем, не продаем, но хотел у вас спросить, напишите в комментариях, какой костюм нужно сделать следующий. Мне кажется, батл сундуков в костюмах — это вообще одно из самых топовых, что мы делали. Если вы согласны, прямо сейчас прожимайте лайк. И что мы сегодня будем делать? Нет, сегодня не бинго. Сегодня я решил добить аккаунт. Вот в прошлый раз мы бинго делали, да. Помните? И что-то мне вообще, я смотрю, вот просто не захватило. У тебя 8, а у меня 13. Ну, блин, 8. Я решил проверить. Все-таки возможно что-то еще прикольное выбить или нет? Как вы думаете, тоже напишите в комментах. Ну что, у нас по 2000 гемасов. Правила классические. 10 лего, 4 мифик, 3 эпик и так далее. И батл начинается прямо сейчас. Готово? Так, куда урма? Есть, да, есть. Все, у всех есть, я проверил. Так, я открою по скидочке. Ну давай, есть у тебя по скидочке? Так, у меня есть, у тебя нет, у Ани нет скидочки. Я мерзла. Так, я есть тоже. Есть подарок. Может, подарок открыть? Ну, можешь, но у нас, ну, лучше сейчас мегаящик открывай, чтобы у кого-то еще что-то есть. 7, ребят, это из-за костюма точно. Пока ничего. Ничего, давайте, ждем. Я подожду пока вас. На двоечке подожду. Ну, судя из того, что у меня вообще ничего нету, то это вряд ли. Вы заметили, сегодня битва исключительно Леон. Еще есть акула Леон, но он за кадром, он снимает. 6. Акула, привет. Понятно. Он камеру держит. Так, я жду вас, давайте. Да, я... Давайте я один открою. Короче, я один пока открываю. Не, подожди, у меня двоечка горит просто. Ну, тут две будет, я с тобой сейчас открою. Да, ё. Джеки! Ерунда, вообще ничего нету. Нету? Давай, давай. А в прошлый раз что ты выбил? Да, ерунду, у меня было ничего, нормально. Не, в прошлый раз. Да не, ничего такого. А, ничего такого? Понятно. 5. Ну давай, втроем сейчас бахнем. Не, по-любому ждем Матвея, потому что это должно быть максимально эпично. Мне просто руки чешутся нажать. Да у меня тоже. Да блин, что такое? Матвей. 7. Ну как так, как я тебя учил? Давай, вот сейчас. Ну что ты... Понятно. Так. Я знаю почему, потому что мы в новых костюмах, а Матвей в старом. В старом, да. Капец, надо новый костюм. Да, все. Не открывайте без меня. Я жду. Да мне 800 гемов всегда. Как такое может быть? Я уже все проиграл автоматически. Не, оно, наверное, на лего накапливается. Да не, что-то вообще незаметно. Раз так голодно, чтобы что-то хорошее. 6, ура! Оба! А ну давай, на 3 теперь, все вместе. Раз, два, три. Пэм! Пенни! Тоже. Блин, и ты обыграл нас только что на самом деле. Потому что у нас у всех... Но у меня последний сверхредкий, это значит, что... А, и у меня еще 1900 гемов, у Матвея уже все закончилось. Давайте я вас подожду, потому что... Ну давай ты просто медленно открывай. Ты просто медленно открывай. А мы будем в темпе вальса. 6 опять! Не, у меня пока ничего. Ну, ребятки, это же мой реванш. Ну, открывай, это мой реванш. Открывай, не жди. Давайте. Давай. Я главная лайка попрошайка, поэтому прямо сейчас прожмите мне лайк. И сейчас у меня все сверхредкие закончились. Сейчас будет... Сегодня битва 6! Леонов. О. Сегодня битва Леонов. Поэтому, Леоня. Мистер Пи! Воу! Блин, а кстати, прикольно. Давай, твоя очередь. Хорош! Пятюню ну, давай. Он желтый, желтое освещение, и ты желтый. Ну, он, кстати, как ты прям сейчас, понял? В таком оригинальном. Это я выпал просто. Это ты выпал. Тебе повезло, 6. Что я тебе выпал. Открывай, давай, все, давай, посмотрим. Давай. Опа! Тара! Макс, блин, а Макс? О, два мифика, посередине лего. Вообще чётенько, ребят, смотри, как это все чётенько выглядит, а? Ну, у них там внизу. Да, да, блин. Давайте я вас подожду, потому что у меня 400... Капец, 300? Капец, 40 гемов. Просто. Ой, хвастаться мы шпаку. Да я, да, ну, да, да. Замечтался, я ни одного, да? Я ни одного мифика еще не выбил. Да? А чё у меня? А я выбил только пока что мистер Пипа.
Блин, ребят. Это какая-то лего, да? Да. Я просто правда, я думал, может бинго опять сделать. Потом нет, у меня сверхнефартовый аккаунт был в прошлый раз, поэтому в этот раз мне должно зафартить. И пришла идея сделать битву Леонов. И да. Выпал Леон. Все четко. Все четенько. Так и должно. Ну, у меня, конечно, ничего. Пока что... А, кстати, у меня да, у меня все сверх редкие и редкие, поэтому мне ничего не падает. Я теперь понял. У меня остались только эпики. У меня 2 эпика. 5 мификов и леги, и леги. 6! Подожди, нет? Меня. Боже, я так крикнул, так, что сам перепугался. Я считаю, что срочно нужно менять мне костюм, потому что, невезучий. Нормально. Короче, я открываю. Открывай. Давай. Макс, хорош. Найс, первый мифик. У нас как будто они меняются. Четко. Ну, сейчас Матвей выбьет Макс. Ну, вообще, смотри, что это такое? Давай уже потихонечку открывай. Сколько у тебя? Да у меня 260 гемов. А, 260 гемов. Ну, сколько у вас? 1200. А, у меня уже тоже 200 с чем-то. 200? Да. Как это? А почему у меня... Ладно, пацаны, вот, я догоняю. Вот, у меня уже 100... 80 ровно! Я хоть это записал, да? Да, у меня один мегаящик остался. Блин, ребятки, ну сорянчики. Что поделать? Я могу счастливить и купить миф. А только как ты так медленно? Что-что? Я подожду. Ну как ты так медленно? Да я вас ждал. Да. Все. Я не хотел говорить, сколько я давать. Пацаны, ребята, это был реванш, я вам сразу сказал. Можно я открою подарочный? В смысле? Так да. Таки да. И все. Ну, блин. Смешно. Все, я ухожу. Ухожу. Вот так вот поиграл в сундуки и минус жена, понимаете? Блин, пока что ничего нет, у меня все плохо, все очень плохо. У меня 6. Матвей, давай. Может, у тебя пришло время. Наше время пришло. Открывай. Хотя, давай на последний. Нет. Фрэнк! Блин, я сегодня прям вообще в диком ударе. У меня 2 с гемов, я в шоке, ребят. Я в шоке, честно. Ну, да, это битва Леонов. Надо еще. Было бы идеально, надо еще. Еще доним. Да, давайте. Не, давайте в следующий раз. Так, ребят, по КД. 100 тысяч лайков набираем и делаем реваншик. А вы напишите лучше, что вам больше нравится. Бинго, обычное открытие сундуков. Либо же мы еще не можем полить. Есть еще один вариант, но в воскресенье выйдет. В воскресенье выйдет этот вариант. И вы потом... Мы в конце насчитаем, кто выиграл. Ну, ты понятно выиграл, а кто второй. Давайте по-общему, да. Давайте посмотрим суммарно за... О, все, у меня 20 сундуков, понятно. У меня 13. Ну, да, я уже сколько? Проиграл. 13? Да. У тебя 13? 13. У меня 15. Матвей взял что? Количество? Так и что, типа? Не, ну, неплохо, слушай. Если бы мы на кубке играли, ты бы просто больше кубков заработал этими 15, чем мы 13. Не, ну Леон, у ребят. У тебя Леон есть, да. Это была битва Леонов, и я выбил Леона. Ребятки, у нас закончились все гемы, но мы решили, почему бы и да. Почему бы, у нас у каждого есть эта акция, да? Есть акция, празднуем запуск в Китае. Если есть в Китае, то очень сильно хотелось бы, например, выбить мне на этом аккаунте Нани. Она не так давно появилась, да? У тебя, ты же не выбивал тоже. Мы никто вообще не выбивали Нани. Не мечтай. Мы покупаем, да? Да, только сначала, да. Короче, давайте купим и посмотрим. Здесь есть 2 мегаящика, стоит это 3 бакса, с небольшой скидочкой, в 5 раз дешевле, так что, ну, ты надо че, купить. На погнали. A few moments later. Так, ну Аня, как всегда, поспешила. Нормально. Ну, у нее тоже 45 гемов, все нормально, мы все в теме. 250 монеточек и 2 мегаящика. Хорошо, давай, поехали. Жми. Да, раз, нет, два. У меня еще нету, блин. У меня 5. 5. Ребята. Я буду потихонечку. Вот реально Леона только выбили и все. И тут... Так, а ты еще хочешь что-то? Я хочу, да, еще серьезно, лего. Серьезно, что ли? 5. 5! Круто! Блин, минус 10 давайте баксов. Давайте откроем 2 бит... Еще одна акция. Что? Как это? Все? Ох, Суперселл, да. Суперселл, только Суперселл так умеет. То есть мы только что купили за 3 бакса акцию, нам 10, за 10, да. Пожалуйста. Не, ребят, мы больше да, этого делать не будем, это точно. Нечестно. Смотрите, короче, в принципе, я реально доволен, потому что битва сундуков Леонов, я выбил Леона, так что все вообще замечательно. А я недоволен. Недоволен? Нет. Сколько у тебя, 15? Нет, у тебя 13. Ну, у тебя 15, так у меня 13. Так я выбил 2 бравзера. Ну, по сумме, ладно. Какая разница? Это нечестно. Ребзы, короче, если вам нравится этот формат, прямо сейчас прожимайте лайк, собираем 100 тысяч лайков и пилим еще один ролик.
Собственно, вот как-то так. Не знаю, каким следующий должен быть ролик. Это должно быть бинго, либо в таком же формате. Либо же мы сделали один новый формат, который выйдет в это воскресенье. Не пропустите обязательно. И потом будете говорить, что вам нравится больше. Битва сундуков, бинго, или же вот... Я не хочу, так хочется спойлернуть. Тебе понравилось? Да, да, да. Блин, ну короче, это очень годная тема. Обязательно гляньте. Она связана с большими планшетами, но это все, что я могу на данный момент сказать. Но это прям будет пушка. Если увидите необычное превью и название на премьере, обязательно кликайте, вам зайдет. Короче, подписывайтесь на канал прямо сейчас, прожимайте лайкосик, подписывайтесь на канал Матвея, на канал Ани. С вами был Аурум, короче, и два Леона. Всем удачи, ребят. Ну и Аурум Everyday, вы помните, да? Новый мой канал. Да, все, пока.